Тропу здоровья в лесопарке военного городка Кубинка-10 решили привести в порядок. Каждому желающему принять участие в уборке территории выдали инвентарь. Грабли, пилы, перчатки, пакеты для мусора. Это такая всегда командная работа, с которой мы сталкиваемся каждый год весной. Действительно, весна затянулась, погода, мягко говоря, нас подводит, но я уверен, что и сегодня поставленные все задачи мы обязательно выполним, как и всегда. Ну что, пора приступать к уборке. Всем хорошего настроения, за работу! Среди добровольцев – сотрудники окружной администрации во главе с Андреем Ивановым, муниципальные депутаты-единороссы, общественники, местные жители. Всего более 450 человек. Все вместе убирают валежник, собирают мусор, спиливают сухостой. Надо брать больше, кидать дальше. Да. Давай, давай. Аккуратно, цены не повыше. Распиленные бревна погрузили в машины и вывезли. Мелкие ветки сразу на месте переработали в опилки с помощью измельчителей. В рамках субботников в Кубинке-10 было собрано около 150 кубометров мусора. Всего же в округе привели в порядок 138 локаций. В уборке приняли участие более 6 тысяч человек и 89 единиц техники. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».